Салам, дослар. Салам, Азербайджан халка. Здравствуйте, мои дорогие. Я вас приветствую на канале Ходжалы. Я вас всегда жду. Подписывайтесь на наш канал. Будет интересно. Спасибо всем. Насчет Нагорно-Карабахской республики, я попросил бы ее больше не называть часть азербайджанской земли, которая называется Нагорная часть Карабаха, Нагорной Карабахской республикой. Пойдем со мной. Представители азербайджанской общины Нагорного Карабаха, в том числе председатель общины Турал Гинджалиев, член делегации Гельмамет Мамедов и свидетели хаджалинского геноцида Дурдана Агаева и Джейхун Аликперов, находятся с визитом в США. Это первая зарубежная поездка азербайджанской общины Нагорного Карабаха в таком составе. На время визита запланированы встречи в Лос-Анджелесе с местными общественно-политическими деятелями, исследовательскими центрами и журналистами. Во время визита, свидетель хаджалинского геноцида Дурдана Агаева встретилась с Джошуа Кауфманом, 92-летним жителем США, который пережил Холокост. Салам, азизлерим. Здравствуйте, мои родные. Все миролюбивые народы мира. Все те, кто знают значение слова «человек». Сегодняшний мой ролик специально для канала Мила Ньюс, Людмила бывшим. Я благодарю этого человека, который затрагивает именно те темы, которые на самом деле важны для нашего народа. И я этот ролик делаю для того, чтобы рассказать о Дурдане Агаевой, которая побывала в Америке. Дурдана Агаева пережила такое, что не дай пережить никакой девушке в этом возрасте. Молодая девушка, закончившая школу и собирающаяся замуж, которая ждет своего принца, вдруг попадает в плен к армянам, над которыми издеваются и так далее, и так далее. Она рассказывала, как ее избивали. Такое учиняли с ней эти звери. А потом, подумав, что она умерла, выбросили ее в мусор, в мусорный ящик рядом, где много было мусора. И она замерзшая, не могла кричать, издавать звук. И какой-то хай, когда выбрасывал мусор, вдруг увидел, как она шевелится. И за волосы ее обратно потянул туда, где ее избивали заново. Это страшно. Это страшно. Об этом я не могу вот так рассказывать. Наконец-таки группа с Ходжалов, и мы все знали, что они уже уезжают. Мы все, хоть и не рядом были с ними, но провожали их в эту поездку, где они встречались с другими, видевшими ужасные зверства со стороны фашистов людьми. Не дай Бог никому пережить такое. И я вот этот ролик делаю о том, как мой дядя, родной дядя, брат моей матери, находился в плену, и как он просил за них, за внуков Джапара. Ее брата звали Эльшат,
есть, и она, как вы знаете, Дурдана. Эльшат и Дурдана находились тогда в плену, и дядя очень попросил отпустить их, потому что никого у них не было. Хоть мать и была жива тогда, он дяде сказал, что и матери нет. И вот, что рассказывает мой дядя сегодня специально для канала Мила Ньюс. Я предоставляю. Продолжаем. Titriyirdi bak koridorda bak belə, ensiz koridordu, dur, soyuqdan titriyirdi. Yaşadı gördüm, yaşadı vaxtında, dedi ki, şiirəmi, onun şiirəmi titriyirdi. Demək qabaqsı var. Onun paltarı deyir, sulu-sulu əlinə geyindiriblər, ona görə üşüyürmüşlər. Hə. O kiçi, o çıxışında da onu deyir ki, mənim birinci deyir, soyundurdular. Kim deyir onu? Dürdana. Babam, onu deyir, saldılar deyir, suya, soyuq suya. Sonra soyuq sulu paltarımı, sulu, geyindirdilər əyini. Mən də qorazmışım, internetdə yazdım. Onu demədi o. Nəyəcə, Elşad su istədi. Burada şey, gəldim bunların, dedim orada bir qəyam xayr vardı, oğlu. Bu vayını her bir paltarda beni getirdiler oraya. Dedi Cefer'im abi, bu uşaklar var, tanıyorsan onu. Böyle dedim, hansı getirdiler yanıma. Koridorda görmüştüm ama. Getirdiler, Şadi getirdiler. Kız da ama koridorda kalmıştı. Dedim, ay bu bizim mektebin 10. sınıf şakirdi. Ne tutmuşsunuz onu? Dedim, Gülgeriye Mikhail'im, dedi, Kazanç kendine gelirdi. Aperen kazanç kendine. Orada onların kendi vardı. O Grigoriy Mikhail tez gelirdi bize. Bizim köye evimize Bağdat'ın o kadar onlar çolpa, hünüşka çeçmişti, yemişti. Yine. Tanıyordu. Dedi ki gelecekti biraz. Dedim o mektebin 10. sınıf şagirdi dedi. Aa, o boyda diye şagirdi dedim, o kötü oldu ona göre. Yoldaşları cömbeye deyirdiler. Böyle de gündüler. Dedim o kız da onun bacısıdır. Bəs onu niyə yazıqdılar? Uşaq. Hə, su istəyirlər, yazıqdılar. Dedi, Erməniyə dedi ki, onu da gətir bura. Qızı da gətdi, onu da. Amma əynində qurumuşdu, nə etsə mən onu hiss eləmədim, yaşlı, nə etsə. Hə, dedim onlara su gətirdim, mənə verdikləri çörəyə, çay verdim onlara. Hə, çolpa qulu vermişdilər. Heç mən çörək yemək, ümumiyyətlə dadım yox idi, iştahım yox idi, küsmüşdü, təmiz. Sən elini yedin, yedin. Olsun, elə atanı, ananı qoruşayım orada. Bir quruşka su içdim. Mənə dedim ki ona, orada olan şeyi onlara oturtdum, verdim. Dedim, bırakın gelsin. Bunlara dedim ki, onun atası ölüb. Anası ölüb, anası sağdı. Ona dedim, atası ölüb, anası ölüb, babasını da tok vurdu. Həqiqətən cavabları tok vurmuş. Bunlar yetimdirlər. Bıraxın yetim, bari o qıdırdı. Danışdılar bir-birinə, dedi ki, onları bıraxacaq belə qədər. Dedimə bax, dedi ki, indi bıraxacaq. Gecə yatmışdıq orada, səhər bunları bıraxdılar. Bıraxdılar, dedim, səni bıraxırlar. Get adama, evini görsən, deyən ki, Cəfər müəllim buradadır. Meşəni axtarır. Ana getdi. Evin deyir ki, burada gördüm, dadı elə gəlir. Elşad elə gəlir, yürə. Adres vermişdim, Zərqələm xalası var, Malayətin. O Zərqələm xalasının evinin nömrəsi. Aldamda, pekarının yanında, vidadi 40 açıq. Вот, родные мои, я все эти материалы собираю. Это мой личный архив. И вот здесь мой дядя, и я все это перевожу, буду переводить и на русский, и на английский. Я это посвящу себя этому.
до конца жизни, чтобы каждого, кто остался в живых, ходжалинцев, как бы их рассказы довести до общественности. Вот здесь дядя мой рассказывает, как Григорян Михаил, его, он метис, он нечистый армянин был. Еще не один там тоже был, который смешанная кровь с азербайджанцами была тоже. Но это Михаил, по-моему, с русскими, да? Ну, я это все при переводе скажу. Вот. Они были, значит, знакомы с моим дядей по школьным делам. То есть мой дядя был директором школы. Они вместе ездили в Баку, Министерство образования, и пересекались друг с другом. И вот, увидев моего дядю, он дал ему там кусочек хлеба, чуть-чуть чаю. И вот мой дядя все это, что у него было, передал Дурдане Агаевой и его брату. Они тогда были молодыми, 18, 16, 17 летними. И он очень попросил их отпустить, этих молодых, сначала. Дядя много чего мне рассказывал. Его могли в этот же день отпустить, но он попросил их, что я прожил свое. Это дети. Они только закончили 10 класс. И никого у них нету в жизни. Отпустите их. Благодарю за внимание. Эту тему мы еще разовьем. Тем очень много, рассказов очень много. И я опять говорю, продолжайте помогать нам, собирать эти материалы. Спасибо всем тем, кто помогает. Я еще раз скажу, что все, что я сейчас делаю, это благодаря тем людям, которые мне помогают. Их не имена я каждый раз произношу, это те самые люди есть. Ну, в следующих передачах я опять называть буду, кто это такие. И вы помогайте, присоединяйтесь. Не будем забывать нашу историю. Не будем забывать, давайте не будем забывать наших врагов и всех тех, кто учиняли, учиняет и будут учинять вред нашему народу. Фашизма нет. Еще раз нет. Спасибо за внимание. Спасибо каналу Мила Ньюс. Благодарю.